Всем огромный привет! С вами бьюти-блогер, и вы на моей страничке. И сегодня я буду учить вас, как правильно краситься и делать вечерние прически. Нам нужно для того, чтобы сделать прическу тушь, что мы будем делать с тушью, это еще вопрос, это секрет очень большой. Мы тушь берем, убираем волосы далеко и начинаем красить волосы, брови, мы начинаем, ресницы, пошли реснички, и вниз, да, обязательно вниз, это чтобы пышные ресницы были, главное не выколите себе глаз, расчесали волосы, и вторые брови пошли в ход, это очень важно для пышноты ресниц, делаем ресницы чики-то. Дальше нам понадобится фиксатор для макияжа, чтобы наши реснички держались долго, берем почему-то, пшикаем на руку, а после этого размазываем, фиксируя это все дело. Да, фиксируем вот так, убираем, вот, да, нафиг нам не нужна эта тушь, зафиксировали реснички. И обязательно тушью закрыли фиксатор. Не нужно. Открываем, это тени для бровей, такие тени для бровей. Кисточка упала, но мы ее сейчас найдем. Где же кисточка? Вот, нет, это не подойдет. Так, это точно не подойдет. И вот, кисточка идеальная просто для бровей. Начинаем наносить на тени кисточкой. Вот так сразу двое теней, темные и светлые, чтобы лучше смотрелось. И брови пошли. Пошли брови. Ну, что-то брови у меня разрослись сегодня. Да, бороду надо подкрасить, а то ее не видно. Блондинки вообще не видно, когда у нее борода. Вот так, поехали. Да, размазываем все. Это будет у нас тени, мы используем вместо консилера темного. Выделяем просто контур лица весь. Да, надо побольше, побольше, обязательно побольше. Выделили контур лица. Вот так. Да, просто я люблю кисточки. Да, такая кисточка. Глаза кайфуют. Все, убрали. Теперь нам понадобится румяна. Мы достаем кисточку из румян. Достаем, так, нет, кисточку, да, которой мы наносили контур. Мы с румян не снимаем просто защитный бокс, а просто воздухом начинаем наносить румяна. Под носики наносим румяна, вот так, румяна, да. Усики будут розовыми у нас. И волосы, которые черные, уже тоже розовые. Закрыли, обязательно закрываем косметику, чтобы она не портилась, да. Берем кисточку от румян и фиксирующими движениями. Ай, аккуратно, бывает очень такая щетина колючая, что может проколоть вам кожу, но это не страшно. Но да, мы фиксируем дальше. Да, обязательно понюхали кисточку. Вот, да, усы, смотрите, это сейчас так модно. Так что все клеим и носим. Вот, все, фиксируем. Аж нос зачесался, надо почесать нос срочно. Нет, ниже. Ну, под носиком. Вот так, да. Почесали нос и пошли дальше. Так, что у нас дальше? Прическа, нет? Что, я еще не придумала, что я хочу. Опять берем кисточку, которая... Нет, не берем кисточку. Берем кисточку и берем опять тушь. Снова тушь. Почему я беру столько раз тушь? Ее было мало. Да, наносим на реснички, наносим. Вот так, да, открываем ротик, да, реснички у нас готовы, нет, еще вот туда, это сейчас бровь пошла в ход с волосами. И главное, чтобы волосы склеивались с ресницами, это очень важный фактор. Мы берем опять тушь, это фиксатор, а, и фиксируем, не забываем фиксировать. А, это мы дезодорируем себя. Нормально, все хорошо. Так, а зачем нам косметики? Берем пудру. Пудрой мы сейчас будем выравнивать тон лица. Почему-то мы сначала, не надо брать сначала тональный крем, надо сразу брать пудру. И да, вот здесь вот особенно важно, чтобы ваше лицо сливалось вместе с одеждой, чтобы это все было в тон. Это было в тон. И чтобы спонж потом пропитался тушью обязательно.
Не жалеем косметики, не жалеем. Наносим по максимуму. Да, вот так. Вот лобик матируем, лобик, носик, губы. Матируем, да. И сзади обязательно, потому что спереди вы будете бледная, а сзади будете красная. Обязательно натираем, как будто помылись мочалкой. Прям не жалеем себя. Красота требует жертв. И берем кисточкой, вытираем. Все это собираем, вытираем. Вот, получается идеально ровный тон. Подложили к себе косметики побольше. Открываем. У нас здесь консилеры. И берем кисть. Не для консилеров, но это не важно. Мажем по всем консилерам сразу, чтобы был идеальный ровный тон. После пудры еще надо пройтись консилером для матовости кожи. Да, вот, вот так вот набираем. И погнали все прыщики замазывать. И погнали. Берем розовый. Будем красить губы? Или это тени? Я еще... Волосы. Да, сейчас хит такой, розовые волосы. Поэтому обязательно делаем розовые прядки. И бежевым закрашиваем после этого. Ау-ау-ау. Красота требует жертв. И волосы. И все разгладили. Разгладили волосики. Вот еще немножко домазываем консилеры. Домазываем. Давай, надо оттенить. Да, щеки нам нужно оттянуть. Оттенить щеки. Да, оттеняем щеки. Вот так. Разноцветные щечки. И размазываем все. Чтобы все было... Чтобы все было в тон. Наш вечерний макияж уже на полпути. Нам сейчас нужно взять подводку. Подводку. И рисовать, нарисовать стрелки. Подводка просто тянется на себя. Берем. Если не можете открыть, берем обязательно футболку, открываем. И раскрутили. Положили. Да, это вот подводка такая вот. Она как идет. Подводим подбородок и красим стрелки на носу. Нет, под глазами. Это новый тип. Возле носа стрелки. Вот так красим стрелочки. Они должны быть очень, очень такими длинными, до ушей доходят. Прям как надо стрелки. Я женщина-кошка. Сейчас это новшество большое. Все, кладем обратно карандашик. Уже, не, немного, еще немного. И берем и растушевываем все это дело. Мы будем косить под тайцев. Такие же темнокожие, в прямом смысле этого слова. И вот консилером мы будем сейчас красить губы. Обязательно нужно красить, открываем. Берем, да, коричневый, прозрачный и белые цвета, смешиваем, да, вот так, и красим губы, не жалея, а так. Должно быть все равномерно, много не берем, только по самому контуру красим губы. И берем еще зеленый цвет, конечно, куда же без зеленого, и тени нет, губы. Губы делаем зеленым цветом. И берем красный цвет. И еще немножко на глаза. Верхнее веко, да. Чтобы быть супер красоткой. Вот. И еще, да, внизу, чтобы не было мешков под глазами, мы наносим белым, да, беленьким консилером. Вот так, без мешочков. Отлично. И все еще... Доводим до идеального состояния, растушевывая. Обязательно растушевка, иначе четкий контур будет смотреться некрасиво. Вот такой получился у нас, ведь нет, еще не все. Значит, я думаю, чтобы мне еще такого сделать, чего же нам не хватает в нашем образе? Палетка консилеров не хватает нам еще, как же она открывается? Что-то она не туда и не сюда. Заблокировалась палетка у нас.
Но это не беда. Сейчас мы все откроем. Наверное, надо на себя потянуть. Так, ручки, да, обязательно вытерли палетку, чтобы ручки были у нас чистыми, сухими. Палетка у нас, да, уже вся в волосах, вся размазанная. Берем цвета, где его уже нет. Да, и здесь тоже его нет. И вот здесь берем, да, мой цвет, цвет под ваш тон кожи. Намазываем. Не жалеем косметики. И, да, вот шея, чтобы она сравнялась с лицом. Обязательно. Вот так берем по всей палетке, чтобы у нас получился равномерный оттенок. И мажем им. Да, и еще раз. Ай, как вся палетка у нас заиграла красками. И лицо все заиграло красками. И главное, чтобы ваши волосы тоже сливались с вашим лицом. Чтобы это все было однотонное. Ну да, и вот так вот. Немножко помадки много было, да. Брови мы без бровей сегодня будем. Да, брови. Карандаш для бровей точно, мы забыли про брови. Так, карандаш немножко раскрутить нужно будет нам, чтобы достать его не таким образом. Я сегодня просто очень глупенькая. Да, раскручивается не в ту сторону, но мы с этим справимся. Значит, нет, я кручу почему-то там, где у нас брашер находится. Карандаш крутится сверху, но я что-то сегодня, ой, слишком много накрутила. В обратную сторону надо покрутить. Сломала карандаш. Это не беда, это как раз для бровей. Вот вам столько и понадобится, да. Красим брови. Особенно если вы блондинка, то нужно выбирать очень аккуратно этот карандаш для бровей. Вот, одна бровь есть. И самое главное, чтобы вторая была симметричная бровь. Это очень важный момент. Поэтому очень аккуратно, очень тонко наносим второй. И все, оставляем. Нет, нет. Что? Я нос. А, это мушка. Мы приделали мушку, как у Мерлин Монро. Сейчас это снова в моде. Чего-то кисточкой мы расчесали волосы. И теперь нам понадобится фиксатор для макияжа, чтобы это все не смылось. Попшикались, поблизодарились. Тушь мы наносим уже в третий раз для пышноты ресниц. Мы не идем к парикмахеру, мы сами красим волосы в черный цвет. Блондинки уже не в моде. И расчесываем волосы брашером. Брашер, между прочим, лучше расческа, чем сама расческа. Тональный крем. В самом конце нам понадобился срочно тональный крем. Если вы про него забыли, ничего страшного. Думаю, что если вы забыли, то ничего страшного. Наносим вот аккуратно растирающими. Мушка отвалилась. Растирающими движениями опять наносим все это. Да, чтобы у нас все было в тон. Вот, вот так. Размазали. Ну, сейчас мы будем делать или нет? И делаем станоком с руками прическу. И убираем эффект желтизны. Это такой лайфхак. Запоминайте, девочки, берете тональный крем и брашером подкрашиваете брови с волосами. Все, красота. А теперь берем расческу и пытаемся расчесать все это дело, не вырвав себе волосы, чтобы они были как настоящие, они все как будто во всех веществах. В общем, укладываем волосы. Что-то я себе, смотрите, как за голову хорошо руки заношу. У меня растяжка рук такая прекрасная. И прилизываем себя к полу. Пытаемся прилизать. Вот так. Вот. Делаем причесочку. Оп. Начесик. Начесик. Челочку. Ау. Красота требует жертв. Вот так. Залезали. Прическа 80-х. У нас готова. Итак. На этом наш бьюти-блог закончен. Да, намазываем обязательно, чтобы подписчики никто не видел, что у нас тут где-то нюансы есть. Наш бьюти-урок закончен на этом.
Надеюсь, что вам понравилось это видео. В следующий раз мы будем делать макияж дневной, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте комментировать. А с вами была бьюти-блогерша Анфиса. Всем до новых встреч! Что? Нет, не Анфиса. А, не была. Была, но не Анфиса. Итак, вот, да, смотрите. Завершаем. Вытираем. Обязательно, да, вытираем ручки. Обязательно, да, вот об одежду самое лучшее, что можно было сделать. Дочесались. Я не понимаю, что я еще хочу. У бьюти-блогерш такое бывает. Все, припудрили, чтобы у нас не блестело лицо. Ну, а я отправляюсь на вечеринку в Сан-Тропе. Видела ли вы? Что там, жопа? На Хэллоуин собралась. Что все так печально? Кристинка собралась уже. Сейчас пойду и я собираться. Вот, в следующий раз мы будем... Кристинка будет учить меня готовить. Вот. А... Ты моя красавица. Из страшного фильма. Ну, а мы надеемся, что вам понравилось это видео. Ставьте лайкусиков. Да, и не забывайте подписываться на наш канал. Ну, а... Я сегодня буду в другой комнате спать. Сегодня. А я пойду. Куражить. Да. Кристинка сегодня идет на Walking Street. Скоро Хэллоуин. Мы готовимся. Мы готовимся, да. Все, всем пока. Всем пока.